Для Ульяны волейбол не просто игра, это философия жизни. Привычка упорством и трудом добиваться желаемого и стремление всегда быть первой – основы характера юной спортсменки. Заниматься волейболом она начала в 9 лет. Поначалу получалось не все. Большие нагрузки, распорядок дня, строгий режим. Тяжело было и физически, и морально. Но сегодня тренировки, сборы, подготовки к соревнованиям давно стали нормой ее жизни. Свое будущее девушка без спорта уже не представляет. Я хочу свою жизнь связать дальше со спортом, потому что мне это очень нравится. И буду продолжать дальше усиленно тренироваться. Сегодня Ульяна и другие волейболистки молодежной лиги команды «Заречье» Одинцова усиленно тренируются. Впереди важный турнир – финал 11-летней спартакиады учащихся России, которая пройдет уже совсем скоро – с 13 по 22 июля в городе Белореченске Краснодарского края. Мероприятие очень серьезное. Это, скажем так, лучшие сборные регионов среди школьников, то есть это спартакиада школьников и лучшие девочки, которые играют в волейбол в своих регионах, они будут представлены, это 12 клубов, 12 команд. 12 спортсменок из Звенигородского училища Олимпийского резерва, молодежной волейбольной команды «Заречье-2» и из спортивной школы «Ивантеевка» готовятся к спартакиаде в Одинцовском волейбольном центре. Распорядок дня у школьниц совсем не детский. График у них достаточно серьезный, 2 тренировки в день, между ними отдых. Ну и свободное время после ужина. То есть достаточно активно. Некоторые, наверное, впервые находятся в подобных условиях. Но, тем не менее, это уже ближе к профессиональному спорту. Победить в спартакиаде престижно, но в то же время очень сложно. Те игроки, которые хорошо себя покажут на соревнованиях, сделают большой задел на будущее в профессиональном спорте, утверждает тренер сборной Петр Кобрин. Заречье! Полина Толмачева, Фарид Харитдинов, телекомпания «Одинцова».